Непременно. Дорогие друзья, и от себя лично, конечно, и от всех, кто вслед за мной будет выходить на эту сцену, я с удовольствием говорю вам «здравствуйте» и обещаю, опять же, от всех нас, мы приложим максимум усилий к тому, что вечер этот получился и интересным, и, конечно же, очень добрым и по-домашнему теплым. Вы, наверное, удивились, особенно те, кто 2 года назад на прошлом вечере парада юбилеев видел практически такое же точно начало. Ребята, воспитанники детско-юношеского КСП «Надежда», с которыми уже очень много-много-много десятилетиями уже работает Дима Матюшин, и наш знаменитый ансамбль КСП «Надежда» 2 года назад опять открывали этот вечер. Тогда это было оправдано тем, что ровно 2 года назад знаменитой «Бригантине» исполнилось 80 лет. Но этот год, 2019, тоже для этой песни юбилейный. Почему? Все вы знаете, что ее написали в далеком 37-м году Георгий Лепский, совсем тогда еще школьник, на стихи совсем молодого поэта Павла Когана. И что интересно, в этом году Георгию Лепскому в 100 лет исполняется со дня его, исполнилось со дня его рождения. Так что все очень законно и логично. А теперь попробуем с вами вместе вспомнить, какими песнями, какими именами пополнилась история наших конкурсов, о которых дальше пойдет речь, кстати, конкурсов, на которых эта же «Бригантина» звучит, если не каждый раз, то через раз уж это точно. Я вам скажу так, что сегодня мы будем говорить о тех наших свершениях, потом наших, сначала наших предшественников, начиная с 59 года. Это будет большой и, надеюсь, красивый концерт, в котором время позволит выступить далеко не всем лауреатам наших конкурсов, а их было 29 с той поры всего. Вы представляете, в каждом конкурсе сколько лауреатов, невозможно же всех собрать в одну программу. Но мы, тем не менее, всем им выражаем свою благодарность, и они замечательные. И еще хочу сказать, что, несмотря на то, что вечер я строила не по хронологии событий, получалось так, что это с точки зрения концерта получалось не очень интересно. Здесь будет все замешано. Первый, потом 28-й, потом 13-й и так далее, и так далее. Но я всегда буду говорить, о каком конкурсе идет речь. Но обязательно начнем мы с самого начала, с 59 года и с самого первого конкурса, с нашего главного юбиляра, с конкурса, о котором я вам сейчас немножко расскажу. Позвольте присяду, поскольку я одновременно еще и управляю видеорядом. Вот сейчас на экране вы видите здание Московского энергетического института. Студенты этого института придумали провести не просто такой, знаете, внутривузовский концерт, такие раньше тоже проводились. Просто к тому времени, по всей видимости, уже созрела необходимость поделиться песнями, рожденными в студенческой среде разных институтов. Ребята собрали оргкомитет, участвовать в работе которого пригласили представители нескольких вузов Москвы. Вот сейчас я вам даю такой коллажик небольшой, и вы видите лица тех, с кого все начиналось. А вот в зале сейчас находится слегка повзрослевшая девушка Зина с этой фотографией. Она этот оргкомитет возглавляла, была ведущей программы первого конкурса. И сейчас ее зовут Зинаида Григорьевна Герштейн. Спасибо, Зина, спасибо, конечно, всем своим твоим сотоварищам, кто участвовал в этом начинании, оказавшем такое влияние на всю нашу жизнь. А Зинаида Григорьевна, конечно, цветы. Спасибо, Зиночка. Возвращаясь к нашей истории, констатируем, что 27 апреля 1959 года в стенах ДК МЭИ прошел первый концерт-конкурс. В нем были представлены песни
Это билет вы видите на этот, на это мероприятие. В этом конкурс, ну, вернее так, это сначала планировалось как концерт, потом его уже в конкурс переделали. Так вот, в этом мероприятии были представлены песни, рожденные в 6 вузах Москвы. А вот этого человека вы, может, в лицо не все знаете, но про честь состояния, конечно же. Композитор Эдуард Колмановский. Именно он возглавил жюри на первом конкурсе. Забегая немного вперед, скажу, что довольно долго в конкурсах в качестве председателя жюри работали известнейшие в стране и композиторы, и поэты. Чтобы не показаться голословно, я вам просто быстренько примеры приведу. Анатолия Новикова, композитор Александра Пахмутова, композитор Альфред Шнитке, Иэн Фрэнкель был отмечен, и поэт Лев Ошанин, и знаменитейший музыковед Вера Васина Гроссман. Неоднократно возглавлял работу жюри Владимир Дашкевич, а позже в эту тяжелую работу стали впрягаться непосредственно представители нашего жанра. И Юрий Висбор, и Булат Акуджава, и Александр Дулов, и Сергей Никитин, и Дмитрий Антонович Сухарев, и Виктор Семенович Берковский, и Александр Мирзоян, и в последнем конкурсе, по-моему, даже в двух последних, работала председателем жюри наша замечательная Ирочка Левинзон. Ну вот, председателей жюри я практически всех перечислил, по крайней мере, всех тех сведений, о которых сохранились в наших архивах. Так вот, но дело в том, что за ними, за этими председателями, стоял огромный ряд рядовых членов жюри. Кое-кто из них сегодня будут показывать свои песни у микрофона, а такие, как Александр Васин, Владимир Живов, Сергей Матвеенко, они просто сидят в этом зале, как вы все, просто зрители и слушатели. Если я кого-то называть не успею, извините, пожалуйста. Но, тем не менее, всем вам нижайший поклон за то, что вы столько лет абсолютно бескорыстно делали такое так нужное нам дело, и главное, что и продолжаете делать. Возвращаясь к первому конкурсу, я вам опять представлю вот эту картинку, вернее, не опять, а первый раз, я еще второй раз ее буду показывать. Так вот, это перечень первых 6 творческих команд участников. И более того, там указаны песни победителей. МГП и МАИ представлены в этом списке 2 песнями, остальные по 1. И начнем мы с вами с песни Московского глобально поющего института. Так расшифровывается в наших кругах МГПИ. А то, что он педагогический, вы, наверное, знаете. В конкурсе ее исполнял знаменитый октет Ады Якушевой. Надо сказать, что Адочка в этом году, юбиляр, тоже в январе исполнилось 85 лет со дня ее рождения. Тогда, в далеком 59-м году, о том, чтобы сделать видеозапись какую-то, практически это, даже помыслить об этом было невозможно. Но мы покажем такие видео. Сделана запись спустя 25 лет после исполнения этой песни на конкурсе. Юбилей? Юбилей. И тогда, в 84-м году, Ада для выступления на празднике, посвященном 30-летию песни МГПИ, собрала тех, кого смогла собрать из своего октета, и они спели ту самую песню о Москве, которая победила в первом конкурсе. Смотрим и слушаем. Мы сейчас попробуем спеть песню тех древних лет. В институте посмотрим вниз, одержимые жаждой творить, написаться хотели мы песню и на память Москве подарить. Город светлый, милый, город чудный, все тебе света давно. Или новое выдумать трудно, или просто нам мало дано. Написать бы о том, как по крышам пляшут крупные.
как весною бульвары галдят. Город светлый, город чудный, чудный, и все тебе спето давно. Или новое выдумать трудно, или просто нам мало дано. Как шоссе убегает куда-то, так на площади Пушкин стоит. Или как в переулках Арбата прячет солнце закаты свои. Город светлый, светлый, чудный, чудный, и все тебе спето давно. Или новое выдумать трудно, или просто нам мало дано. Долго мерзли в холодном подвале, зажигала Москва фонари. Все затихло, а мы увидали, что нам нечего вроде дарить. Город светлый, светлый, чудный, чудный, и все тебе света давно. Или новое выдумать трудно, и просто нам мало. У нас в зале присутствует участница знаменитого октета Ирина Дмитриевна Алтаржевская. Ирина Дмитриевна, будьте добры, покажитесь народу. Вы ее видите сейчас слева на экране. Она приняла из рук Ады Якушевой эстафету и много лет руководила женским октетом МГПИ. И сейчас она преподает в ВУЗе и опять же занимается с ансамблями. Большое спасибо, Ирина Дмитриевна. Спасибо. Ирина Дмитриевна у вас не получала нашу, да? Вот в этом же списке вы найдете песню, представленную студентами МАИ. Песня называлась «Пять ребят». Написали ее Николай Карпов и Владислав Благонадежин. А у микрофона сейчас Юрий Рыков. Дым костра создает уют, искры гаснут в полете, сами пять ребят о любви поют. Чуть охрипшими голосами пять ребят о любви поют. Чуть охрипшими голосами пять сердец. Вспоминая подруг далеких, тех, что ждут их уже давно, самых близких и синеоких, тех, что ждут их уже давно, самых близких и синеоких. Если б слышали те, о ком эта песня сейчас звучала, приезжаем сюда тайком, чтоб услышать ее сначала. Приезжаем сюда тайком, чтоб услышать ее сначала, чтоб почувствовать до конца в этом диком таежном крае, как умеют любить сердца окрупившие аскитами, как умеют любить сердца окрупившие аскитами. Дым костра создает уют, искры гаснут в полете сами, пять ребят о любви поют. Чуть охрипшими голосами пять ребят о любви поют. Чуть охрипшими голосами. Спасибо. Друзья, каждому участнику
сегодняшнего концерта мы подготовили подарочные сувениры. Дайте мне, пожалуйста, один экземплярчик. Юра, дай мне, пожалуйста, один экземпляр. Вот так вот. Вот это вот такой альбомчик, раскладушка и так далее, и так далее. Большой баннер, изображающий все это, вы видели в фойе. Но это еще не все. Да, это все, вот это все сделал товарищ Каримов, нам подготовил такой подарок. Вот. И сюда же, с обратной стороны, где все содержание этого альбомчика, вклеен диск. А в этом диске записаны фонограммы первых 5 конкурсов с полной расшифровкой. Так что мы всем участникам сегодняшним нашим это подарим. Девочка, Ирочка, вам тоже подарим обязательно. Итак, да, на сцене не ждите, подарим только там. Время тянуть не будем, как будто уходить со сцены, мы будем эти диск, подарки делать. Диск создали, а Рышак... Совершенно верно. И спасибо, Игорь. А над диском трудились. Толя Рышак собирал, а ему материалы подбрасывал наш главный хранитель аудио-видеоматериалов в нашем общем архиве. Конечно, и сейчас хотел сказать, здесь он на сцене, как всегда нет, он где-то сбоку, как всегда, снимает. Петр Трубецкой. Большое-большое спасибо. А мы, конечно, продолжаем слушать песни. Октет Якушевы и на следующем конкурсе тоже был в числе победителей. Тогда он победил с песней «Слушай», ее еще называют иногда «Синие сугробы». Нам не пришлось долго искать тех, кто очень тонко чувствует Якушеву и в чьем репертуаре есть целые программы по творчеству Ады. У микрофонов женский квартет ансамбля «Берендеи». И Александр Костромин. Костромин на микрофонах, а с гитарой Александр Евстигнеев. Радостно видеть столько родных и знакомых в зале. Давайте споем. Yeah.
исполнена в конкурсе в 63-м году, это был 4-й конкурс, и с тех пор поется аж по сей день. Написали ее МГУшники, Владимир Борисов на стихи Дмитрия Сухарева это проделал. А споет ее сейчас тоже выпускник МГУ, которого сегодня особая роль. Он супер-юбиляр! С самого рождения судьба связала его с нашей песней. День его рождения, представляете, пришелся на 27 апреля 1959 года, то есть на день первого конкурса. У микрофона Дмитрий Богданов. Как вот выглядит авторская песня? Свои 60 с небольшим. Невесомы, не слышны, падают пушинки из высокой тишины вниз, да вниз, да вниз, да вниз. Снег над городом повис, белый снег ложится на землю легко. Первый след ушел по снегу далеко, и, может, в белой тишине следы воротятся ко мне, следы твои воротятся ко мне. Ты скажешь, глянь, как все бело, как много снега намело, и как светло на белом свете, как светло. Где же это, когда же это такое началось? Шли следы все рядышком, и вдруг пустились врозь, если нет тебя со мною, значит, я тому виною, значит, я теперь отсюда не уйду, постою и помолчу, и подожду, и, может, в белой тишине следы воротятся ко мне, следы твои воротятся ко мне. Ты скажешь, глянь, как все бело, как много снега намело, и как светло на белом свете, как светло. Снег ты мой хороший, ты глаза мне запуши, нежно, осторожно, ослепи и оглуши, если нет, белый снег, иди, иди, с неба на землю поди. Снег, иди, иди, усыпи и оглуши, но не буди. И, может, в белой тишине следы воротятся ко мне, следы твои воротятся ко мне. Ты скажешь, глянь, как все бело, как много снега намело, и как светло на белом свете, как светло. Потому что сейчас к нему присоединятся коллеги по ансамблю. И мы услышим песню Дмитрия Сухарева, Гены Шамгина-Березовского «Листопад». Песня прозвучала на втором конкурсе, до сих пор звучит и поется везде, где можно и где нельзя. Итак, сейчас готовится к выступлению ансамбль «Скай» с заменой одной четверти состава, которую вы не можете не заметить. Оленька у нас далеко, в Калифорнии живет. И выбирается далеко не всегда. Но у Лиды получается тоже очень неплохо. На улицах Москвы вечерняя толпа, по шумным мостовым гуляет листопад. Такой наверняка шумит в лесных просторах, где дальний золота, сиреневая мгла, где слышали телесфон, шуршание кишок, где
сытом, по темным просекам вдвоем. Песня эта посвящена была Юрию Висбору. Вот то, что вы видите на экране, указывает еще на то, что 20 июня этого года ему исполнилось бы 85 лет, а так исполнилось просто 85 лет со дня рождения. Слушаем песню. Наверное, у каждого, кто пишет песни, есть своя любимая. У меня эта песня «Мой друг рисует горы». Когда человек шагает по жизни, на его пути обязательно встречаются разные вершины, которые он преодолевает. И когда очередная вершина оказывается позади, то человек видит, что она не последняя, а впереди взлетает новая гряда. И так изо дня в день. И в этом может быть смысл жизни. Вот об этом я написала в песне, которую очень люблю. Мой друг рисует горы, далекие, как сон, зеленые озера, да черточки лесов. А рядом шумный город, стеной со всех сторон. А друг рисует горы, далекие, как сон. А друг рисует горы, далекие, как сон. Мой друг, он друг отвесный, холодный ледника. Он друг отважным песням, да редким маякам. Он любит горный ветер, раздумья до зари. Он любит горы эти товарищам дарить. Он любит горы эти товарищам дарить. И в ясный день, и в горе упрямо верит он, что есть на свете горы, далекие, как сон. Мой друг мне тем и дорог, что днем и ночью он возводит к небу горы, далекие, как сон. Возводит к небу горы, далекие, как сон. Юрий Висбор был непременным участником всех первых конкурсов. Его песни обязательно, конечно же, должны сегодня прозвучать. Сейчас на сцену выйдет исполнитель, многократный лауреат наших конкурсов, на которых он практически всегда пел Висбора. И вот одна из этих песен. У микрофона Алексей Верельев с песней «Леди». О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда
звезда из созвездия лебедь. Непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкой письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял, где подружка моя разошелся с тобой на пути, где гитарой бринча прошагал мимо диких симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди. И беспечно я лил на баранину соус кемаль, и картинки смотрел по утрам на обоях чужих. И меня принимали, которые не понимали, и считали, что счастье является качеством лжи. Шлялась за мной и в волнистых витринах, отражалась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы, и в безлюдных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды, и все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спроси. Выходили на сцену, и опять выходят те, кто в наших московских конкурсах не принимал участие никогда. Сегодня они просто помогают нам услышать необычайно популярные песни тех далеких годов, звучавшие, побеждавшие на песенных конкурсах. Итак, мы говорим о пятом конкурсе, о песне Павла Беспрозванного по стихам Александра Грина «Джон Манишка». Вот здесь они сейчас не сразу начнут петь. Почему? Потому что я хочу вам показать. Вот видите, у меня гитара у столика стоит. Видите? Все видите? Так вот, эта гитара, Саш, подними, ага. Эта гитара в день празднования вот такого же, как сегодня, но 45-летия, подарил нам Павел Беспрозванный, автор вот этой песни, которая сейчас прозвучит, с этой гитарой он выступал на первом конкурсе. Бережок, как зеницу ока. Итак, ансамбль КСП «Мифи». На земля, и скука давно.
Физического факультета МГУ была исполнена песня, которая сейчас будет звучать. Что любопытно, никто не знает, почему эта песня тогда исполнялась вне конкурса. Кого бы мы ни спрашивали, ни сами участники, ни организаторы, ну, вообще просто никто не говорят, почему была вне конкурса. И сейчас к микрофону выходит, я попрошу поторопить выходящего к микрофону, Сереженька, вперед! С песни «Зимняя сказка». Микрофон выходит ее автор, Сережа. Сергей Крылов. Подходи, пожалуйста. Ему помогает, так я понимаю, Юрий Рыков. Кто знает эту песню и будете подпевать, я ни на кого не обижусь. Это будет очень приятно и всем хорошо. Когда зимний вечер уснет тихим сном, сосуликами ветер звенит за окном, луна потихоньку из снега встает, и желтым цыпленком по небу идет, а окна струится в сиреневый свет, а хвою ложится в серебряный снег, и словно снежинка в ночной тишине. Хорошие сны прилетают ко мне. А что вы хотите? Хорошие сны вы мне расскажите о тропах лесных, где все словно сказка, где сказка сама. Красавец
Улица Русская вроде зима, но что это, холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл. Кто желтый цыпленок, что в небе гулял? Все белые звезды, как зерна скрывал. То желтый цыпленок, что в небе гулял. Все белые звезды, как зерна скрывал. Спасибо, Сережа! Спасибо! Перед выступлением Сергея Крылова я упоминала ансамбль физического факультета МГУ. Тогда Никитин в основном квартеты собирал. Но пришло такое время, что из физиков был создан квинтет. Вот такой вот, вы его видите сейчас на экране. Квинтет выступал один раз, только в 9-м конкурсе. Знаете, как-то сразу стал знаменитым на всю страну и больше в конкурсах не участвовал. Дело давно было, но маленький, буквально в один куплетик, фрагмент видеозаписи исполнения квинтета песни Геннадия Христофорова на стихи Николаса Гильена, «Когда я пришел на эту землю», сохранился. Мне его предоставил Сережа и сказал, что ничего больше в принципе у них нету. Так что хотя бы один куплетик, но зато вживую квинтет Никитина. Вот и все. Хорошенькую тренировочку. Значит, ну а давайте вернемся, постараемся вернуться к квартету физиков под управлением Никитина. Вот это несколько иной состав. И сейчас выйдет один из участников этого состава. Он выходит на сцену уже. Это замечательный композитор, ставший со своими песнями лауреатом 8-го конкурса. Знаете, в этом году он тоже юбиляр. Ему в мае 75 исполнилось. И это не все еще. И петь он будет не просто какую-нибудь песню, а песню, отмечающую в этом году полвека. С песней «Светает» на стихи Петра Вегина у микрофона не один, а в компании Сергей Смирнов и Александр Евстигнеев. Александр Евстигнеев аранжировал эту мою песню, и он мне будет сейчас помогать с этой аранжировкой. На ощупь свет продолговат, на ощупь
летаем где-то в глубине у сердца. Проснись, и в озеро гони, светает, и ты, как церковь, на Неври святая. Самом восьмом конкурсе лауреатом. А в сегодняшнем параде юбилеев ему тоже самое место. Знаете, еще почему? Не потому, что он тогда был лауреатом, это само собой разумеется. Совсем скоро, уже в ноябре, ему исполнится 80 лет. И песня, с которой он тогда в конкурс победил, тоже в этом году, между прочим, юбиляр. Она была написана 55 лет назад. С песней «Магнитная разведка» у микрофона Борис Щеглов. Мне помогает Александр Евсегеев. Магнитная разведка уходит на маршрут. Магнитная разведка и в стужу, и в жару. Уходит по туману, приходит по росе. Магнитная разведка шагает больше всех. Магнитная разведка шагает больше всех. Рубахи к телу ритма, вершина высока. Ковбоги по Олимпу, мы бродим в облаках. Стремучий горный кручи, увидишь, как во сне коричневые тучи, и васильковый снег коричневые тучи, и васильковый снег. Да чертиков усталый Бог сляжет у ручья, а девочка на парке кудряшки по плечам, головку за враги, и тихо запоет. Ах, милые бои, отчаянный народ, с тобою ты разделишь тепло и сухари, с тобою не срабеешь, с тобою не сгоришь, такую по секрету у счастья попрошу. Магнитная разведка уходит на маршрут. Магнитная разведка уходит на маршрут. Это был готовящийся отмечать свой собственный юбилей Борис Щеглов. И Александр Мишкин. Так, Александр, постранил 14 декабря. Здесь будут споемки вместе. И мне предоставят целое отделение. Пожалуйста, приходите, я вас люблю. Как положено, после восьмого конкурса был конкурс под номером 9. Знаете, вот в то время вот это вот почетное такое звание лауреат присуждалось строго по категориям. Лауреат за первое место, лауреат за второе место, лауреат за третье место. Ну, больше мест не было.
То есть выбирались среди лучших. Давай, давай, лучший. Вот. Сегодня трудно себе представить, что на конкурсную сцену, когда выходили и вот этот товарищ, и Александр Дулов, и квинтет Никитин, и Бережков, и Рысев, и Ляля Фрайтер, и Виктор Луфер в ансамбле «Осенебри». Сегодня сказали бы просто звездный состав. И вот первое место, самое первое, среди лауреатов, авторов стихов и музыки было присуждено за песню, которая сейчас прозвучит, а прозвучит «Я вас люблю, мои дожди», Вадиму Егорову. Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеянно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам. Увы. А вот на шестом конкурсе с песней, которая сейчас прозвучит, он просто блистал. Долго еще песни Стёркина были на устах всех причастных к нашему жанру. Вот если вы не слышали никогда, послушайте, и вы обязательно полюбите эту песню. Исполняет сам Сергей Стёркин, который, к сожалению, на публику выйти уже никогда не сможет. Листья пожелтели, улица грибая, осень снова плачет, сдерживая дрожь. Ты сложила ковшиком, тихо улыбаясь, белые ладошки, чистые, как дождь. Скоро будет полным ковшик твой бездонный, не скупясь его ты до краев нальешь. Сколь жадно буду я пить с твоих ладоней озорное счастье, чистое, как дождь. Чистое, как дождь. 12-й конкурс, который состоялся в 79-м году. То есть, вы понимаете, сам конкурс сегодня тоже юбилей. Так вот, его представит песня «Лауреат», созданная в авторском дуэте.
Если уж честно всю правду говорить, то этот авторский дуэт побеждал во всех конкурсах, а не только в 79-м году, во всех, в которых участвовал. Правда, вот я их сейчас представлю вот такими молодыми. Вот. Целой половине дуэта пришлось сделать замену, потому что вторая половина живет очень далеко, в городе Париже. Но, уверяю, ваша замена вполне достойная, по крайней мере, в исполнительском дуэте точно. Итак, стихи Михаила Кинера, вот который в Париже живет, и который на фотографии слева. Борису Кинеру принадлежит музыка, а исполняю стоящие у микрофона Борис Кинер и Михаил Цитриняк. Международном фестивале «Петербургский аккорд». Дело было в 2010 году. Знаете, он хорошо, даже очень хорошо владеет гитарой. Вот. Но, будучи профессиональным пианистом, не изменяет и своему родному инструменту время от времени. С песней Михаила Кочеткова «Мой дедушка старый» у рояля Иван. Я? Нет, пока не я. Так. Дело в том, что удивляться не стоит. Вот вы видели клип «Стёркин» играл на аккордеоне. Вадик Егоров. О, замечательно. Вадик Егоров начинал с того, что на рояле играл. Ну почему бы и сейчас не сыграть? Тем более хорошему пианисту. Итак, Иван Елынский у рояля. Мой дедушка старый, но добрый.
мечтал, что я стану большим скрипачом, и даже в далеком Милане я буду играть на концерт. А внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом, он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка под выпившим матросом, с огромной трубкой в рту, кричать в бою осипшим басом, на абордаж орлы вперед, быть одноногим, одноглазым и даже раненым в живот, как он мечтал, из океана вернуться на родной причал, веселым, раненым и пьяным, о боже мой, как он мечтал в портовом кабаке Ривьера, в объятиях гейшу задушить, кричать ору, скрипач, холера, сыграй мне еще один для души. Дедушки, нет, он больше не будет стоять над душой, ему на боку безразлично, что внучек скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучает скрипку, и всем хорошо, ему же на все безразлично. Идем далеко в океане. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка под выпившим матросом, с огромной трубкой во рту, кричать в бою осипшим басом, на абордаж орлы вперед, быть одноногим, одноглазым, а даже раненым в живот, как он мечтал, из океана вернуться на родной причал, веселым, раненым, пьяным, о боже мой, как он мечтал в портовом кабаке Ривьера, объятив гейшу умереть, кричать ануту, скрипач, холера, давай играть. Он числится под номером 18А. Почему? Весной 96 года из Питера пришло приглашение принять участие в международном фестивале «Петербургский аккорд», первом фестивале «Петербургский аккорд», лауреатом нашего конкурса. Но так получалось, что провести полноценный конкурс мы уже не успевали, провели что-то такое, что-то вроде конкурса среди лучших. Поориентировались на то, что предлагали творческие объединения Москвы, самые различные. И вы знаете, победителей определили, в Питер отправили. Не зря трудились. Из Питера мы привезли в Москву гран-при этого фестиваля. И завоевала этот приз маленькая, хрупкая девушка. И у микрофона Лидия Чебоксарова с песней Клячкина «Влам». Ничего не знаем, ничего не надо, ничего не помним, нет.
рожденным незнакома радость, ну и боль, конечно, тоже незнакома. Мы во все поверим, дым сам фалам, дно прогибая, поднялся грузно тим-том. Да, это он, видно, как дышит мохнатой грудью. Волосы деревья на груди могучий, ветерок бегучий сколыхнет, играет и утихнет сразу. Каменные брови сведены сурово, а в тяжелых скулах прячется улыбка. Нет суровых сказок. Тин-дон, в нас этот звон, только бы он не прекращался. Бим-ба, нам это нам, вместо последнего прощайте, дин-дон. Только не стон, звон уходящий нам на счастье. Бим, грустим, бом, потом. Люда Чебоксарова. Знаете, мы вот тут скачем сейчас по времени. Вперед, назад, вперед, назад, вперед. Мне, знаете, эти перемещения даже немножко нравятся стали. И сейчас мы вернемся с вами в год 68-й. Мы сегодня имя Александра Андреевича Дулы уже произносили, я произносила, когда говорили о председателях жюри. Но наш дорогой Александр Андреевич не всегда же был председателем жюри. Было то время славное, когда он в конкурсах выступал и очень-очень на многих становился лауреатом. В частности, на 9-м, том самом знаменитом 9-м, о котором мы уже не раз и вспоминали, конкурсе 68-го года, он стал лауреатом с песнями. Он композитор, вы знаете, с песнями на стихи Евтушенко. Это были песни «Бабий Яр» и «Заклинание». Вы сейчас увидите, конечно, более позднюю запись песни «Заклинание» в исполнении Александра Андреевича. Думай обо мне, осенью
с тобой объединение. Молю тебя в тишайшей тишине, под долгий дождь шумящий в жене, под легкий снег мерцающий в окне. Уже во сне, и все же не во сне. Седьмой конкурс был в 65-м году. Так, знаете, почти никогда не бывает. Дело в том, что всего один участник удостоился лауреатского звания. И он тогда стал автор музыки к песне на стихи Геннадия Иванова. Вот он уже почти подошел к микрофону. И сейчас со своей песней «Я смотрю на Москву» у микрофона Юрий Сергеевич Колесников. Являюсь единственным человеком, который 50 лет поет одну песню. Ну, в смысле, вот я сегодня завидовал своим друзьям, которые пели всем залом, просто очень приятно было. Но, тем не менее, вот так получилось. И, наконец, вот, кстати, сегодня, когда я сюда пришел, я узнал, что Саша, вот, значит, решил, значит, поддержать меня. Я помню, что у меня был такой тип стихотворения, где мол, неужели никто никогда не придет мне на смену, не споет за меня или хотя бы запомнит слова. И вот такой человек нашелся. Значит, как у нас это получится? Это я попросил просто его. Вот. На самом деле, подразумевается, что это куранты. Пойте! Поехали. Или ты уже поехал? Коряво будем вместе, будешь считать, что ты живая фонограмма. Ладно? Давай. Как линии в спектре окружённой.
уныли, радугой радостный хулит. По Москве полетели прямые проспекты, и как струны гитары натянули. По городу осторожно шагают и трогают струны, и такие из них извлекают аккорды, композиторам было бы трудно. Исполнял. Это не совсем правильно. Вот когда после того, через некоторое время, как эта песня родилась, ее пела по радио, по-моему, это первая жена Дмитрия Давида Тухманова, Татьяна Зашкин, ну, не очень хорошо. Спасибо, Юрий! Тема нашего любимого города на самом деле практически бесконечная. И ее сейчас продолжил лауреат 26-го конкурса и международного фестиваля «Петербургский аккорд» 2012 года, автор стихов и музыки. Песня его называется «Крыша, пустая крыша над Москвой». У микрофона Андрей Корф. Ну где же раньше ты была? Крыша над Москвою, с которой кажутся дела такой напрасной чепухою, с которой видно лишь друзей, и над проспектами бессонниц, как сердце женщины моей восходит солнце, а снизу все такое нищее, ненужное, недружное, такое. Все такое лишнее, позорно-беспризорное, такое. Дождь, работа, войны и долги. Прошлого конвойные шаги. Москвою, где не ворона, а метла, кружит девчонок без покоя, а щука с лебедем дорак, хоть доросли до трех вокзалов, все тянут в площадь кое-как, куда попало. Но где же раньше ты была? Крыша над Москвою, твои соседи купола растут из неба вниз ботвою, и век заветом бьет в набат. Фасон по моде чудотворит, с плеча Тверской одет Арбат, доносит дворик. А снизу все такое нищее, ненужное, недруженное, такое. Все такое лишнее, позорно, беспризорное, такое.
парнишка машет мне рукою и салютуют поезда. Его мальчишек и мальчишек. Ну что ж, мой друг, не опоздай ко мне на крышу. Лишним утверждением того, что занимает почетное, серьезное место во всех конкурсных программах тема нашего города, так вот, подтверждением этого прозвучит еще одна песня о малой родине. О малой родине поэта стихов Юрия Самохина и автора музыки, лауреата 16-го московского конкурса и лауреата первого всесоюзного фестиваля самодеятельные песни в Саратове в 86-м году, который проходил. С песней «Лосинка» у микрофона Евгений Слабиков, почему-то еще не вышел. Женя, бегом! Задворки московские, какой-то момент начинает пересекаться с темой антивоенной, то это, наверное, вполне естественно. Ведь каждый из нас, все мы вместе, каждый по отдельности, все мы хотим мира везде, всем, и главное, в родном доме. Сейчас прозвучит песня, которую написала много лет назад, уже написала Ирина Левинзон. По следам событий, вызванных развалом СССР, чуть позже, с Чеченской войной, песня называется «Марш беженцев». А звучать она сейчас будет в исполнении Ляли Фрайтер.
которую очень многие считают самой лучшей исполнительницей в нашем жанре за всю песенную историю бардовской песни. Сложно сосчитать, во скольких конкурсах Ляля побеждала, то есть факт, что она побеждала всегда и везде, пела ли соло или пела ли в дуэте с Тамарой Комиссаровой, она всегда была в числе победителей. Ляле в этом году юбиляр, в феврале ей исполнилось 75, она уже, к сожалению, давно не поет, очень болеет. Но есть разыскали мы Пете Трубецкому большое спасибо, разыскали мы вполне приличную видеозапись 2005 года. Это было самое последнее выступление Ляли перед публикой. Кстати, перед этим она уже очень давно не пела. А было это в 2006, извините, году, когда мы вручали Ляле премию «Благодарность». Итак, Ляля Фрайтер, «Марш беженцев», Ирина Левинзон. Мы беженцы, да, мы беженцы, нас гонит кровавый смерч. Ни верою, ни надеждою не сбросить нам тяжесть с плеч. Не надо нам вашей жалости, не надо нам ваших слов. Мы просим лишь малой малости вернуться под отчий кровь. А где наш хлеб, а где наш кровь? Скажите, о боги, нам! Дорога плеть, дорога кровь, дорога и дом, и храм. Году автор, который сейчас выходит на сцену, победил на 12-м конкурсе с другой песней, не с той, которую я попросила его сегодня спеть. Просто мне, знаете, очень хотелось продолжить вот эту вечную тему любви к людям, любви к родине, тему интернациональной дружбы, что ли.
Еще, собственно, эта песня о многом другом. Вы сейчас сами все услышите. У микрофона Юрий Лорес. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Это очень простая наука, не нужны прицел и расчет. Там, где люди не любят друг друга, на земле и трава не растет. И при горькой разлукой, ах, как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, очень просто стрелять по своим. И сменяет разруху разруха, ни к чему градить огород. Там, где люди не любят друг друга, а себя называют народ, не привязанный к срокам и датам. Прихожу в Александровский сад, я хочу поклониться солдатам, тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный был русский, и грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Легче быть перелетной печугой, только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, там уходит земля из-под ног. Юрий Лорес. Спасибо, дорогие. Друзья мои хорошие, в этом году московское правительство, ни много ни мало, дало разрешение на установку мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, автору многих-многих замечательных песен, в том числе и тех, которых знает любой человек в нашей стране. Это от героев былых времен, знаете, песни из фильма «Офицеры», или «Я в весеннем лесу бил березовый сок». Это, пожалуй, самый известный, но у него еще очень-очень много замечательных песен было. И есть, конечно. Так вот, Евгению Даниловичу Аграновичу, а именно о нем я сейчас говорю, в этом году, этот год пришелся на его столетний юбилей. И вы знаете, разрешение нам дали, но очень нужна ваша помощь, чтобы претворить в жизнь наше вот такое вот желание, очень сильное желание на долгие-долгие годы сохранить память об этом замечательном человеке. Сейчас будет последний номер первого отделения. Вот. И когда закончится он, вы выйдете в фойе, и там на этой же стенке с правой стороны увидите портрет Евгения Даниловича, и лежат листовочки, на которых написано, чем вы можете нам помочь. Такие же листовочки есть у Марины, которая занимается книжками, дисками и так далее, на прилавочке. Пожалуйста, подойдите, и вы узнаете, чем сможете помочь. Нам, правда, очень нужна ваша помощь. А продолжает антивоенную тему песня, прозвучавшая почти 40 лет назад на конкурсе, который был объявлен внутри Московского фестиваля 80-го года, на приз журнала «Клуб художественная самодеятельность», авторский конкурс был. И сегодня со своей конкурсной песней выступает Лёпа. Стихи написаны в 42-м году, в концлагере принадлежат французскому поэту-антифашисту Жану Кейролю. Вот я должна была сейчас произнести у микрофона Алексея Иващенко и Георгий Васильев. До последней секунды должна была произнести. Лёпа, что случилось? Скажи народу. Друзья, огромный привет всем от Георгия Леонардовича Васильева, с которым мы репетировали и готовились петь песню, которую мы почти 40 лет назад пели.
Обстоятельства абсолютно непреодолимые силы не позволили ему сегодня здесь оказаться. Всем огромный от него привет. Найдете вы следы в траве еще сырой, найдете вы вино на дне пустом стакана, среди звездной тесноты полуночи румяной, найдете вы слова, что позабыты мной, найдете вы огромный путанный клубок не сбывшихся надежд, мечтаний бесполезных, предсмертных ужасов, разверстнутые бездны, желания тех, кто ничего хотеть не мог. Найдете вы призыв и ярость, и клинок. Вставайте, хватит спать, опасность у ворот. Луна в немой тоске скривила бледный рот. Эй, вставайте, лестница готова у стены, и лег на лапы блик истаившей луны. Вставайте в этот час державною тропою, медлительные львы проходят к водопою. Вставайте, час настал, пора надеть кольчугу, петух уже давно пропел на всю округу. Эй, вставайте, вставайте, эй, вставайте, вставайте, эй, вставайте! Задрожал от нетерпения стол, в надежде вздрогнул шкаф и содрогнулся пол. Эй, вставайте, голосом ночных радиограмм, сеньор, я вас бужу в тревоге по утрам. Вставайте, в очаге взыскует пламя пищи, голодный пес внизу по закоулкам рыщет. Вставайте, пробил час, не спите, ради бога, положен кем-то меч у вашего порога. Эй, вставайте, вставайте, эй, вставайте, вставайте, эй, вставайте, вставайте, смерть в седле, зловещий стук копыт, газетною строкой по улицам летит. Вставайте, спать нельзя, восток огнем объят. Вставайте, мой сеньор, иначе вас съедят. Эй, вставайте, вставайте, эй, вставайте. Дорогие друзья, я уже сказала, что Петя последний в этом отделении. Можно встать, размять косточки в течение где-нибудь минут 25, а может быть даже 30. Внимательно следить за звонками. Второе отделение будет у нас покороче.